Сарсенбаева Айгерім Жұмабайқызы. Слова назидания великого Абая. Слово 20. Все мы знаем, ничто не властно над судьбой. Человеку свойственно чувство пресыщения. Оно не возникает по желанию, а определяется судьбой. Изведав однажды пресыщение, уже не освободиться от него. Если даже собравшись силами, отбросишь его, оно будет настигать и одолевать тебя. Чем только человек не пресыщается, надоедает ему в большей и меньшей мере. Все – еда, развлечения, щегольство, пиры, компании, стремление превзойти других женщин. Рано или поздно, обнаружив порочность, бессмысленность всего, он разочаровывается и охладевает. Жизнь человека, его судьба, так же, как и все, что существует на свете, переменчивы. Ничему живому на земле не дано состояние покоя. Откуда же взяться постоянство чувств? Испытать пресыщение дано людям умным, которые в жизни стремятся к совершенству. Многому знают цену, разборчивы, способны постичь никчемность и суетность земного бытия, постигшим скоротечность и тленность земной радости, сама жизнь кажется постылой. Я подумал, блажен тот, кто глуп и беспечен.